Сколково состоялся ежегодный форум Startup Village. В нем приняла участие и компания Hyundai, одна из тех автомобильных марок, что наиболее активно внедряют цифровые технологии на российском рынке. Управляющий директор Hyundai Motor СНГ Алексей Калицев поделился промежуточными результатами одного из ключевых диджитал-проектов бренда – сервиса подписки на автомобили. За полтора года к нему подключились почти 3000 клиентов и 50 дилеров, выдающих машины более чем в 20 городах. Буквально недавно мы отметили юбилей, 150 заявок в месяц, и то есть это идет реальный прирост. У нас было некоторое торможение, связанное с отсутствием стока, вот, но сейчас ситуация поправилась. Вот мы запускаем буквально совсем в ближайшее время, появится новый Тусан, нового поколения в мобильном приложении, мы достаточно большое количество машин туда поставим, новый Санта-Фе уже появился, нового поколения. Сегодня подписку на автомобили предлагают несколько брендов, не только корейские, но и европейские и даже отечественные. Подобные сервисы есть у дилеров и каршеринговых служб, а совсем недавно к ним присоединился и Сбер. Но Hyundai конкуренции не опасается, как раз наоборот, приветствует. Вы знаете, мы уверенно себя чувствуем, потому что мы все-таки первые, кто запустил онлайн именно подписку, это очень важно. Полностью процесс у нас автоматизирован, и он полностью цифровой. То, что появляются конкуренты, я несколько раз уже говорил, что мы это приветствуем, потому что это, наоборот, развивает рынок. Скоро в Hyundai Mobility добавят новые модели, города и услугу доставки машин. Однако это далеко не единственный цифровой проект бренда. Компания продолжит совершенствовать платформу онлайн-продаж автомобилей, как новых, так и поддержанных, а также запустит телематический сервис MobiKey. В ближайшее время для наших клиентов даст огромные возможности для использования различных сервисов, которые связаны с телематикой. Это и специальные тарифы КАСКО, где человек будет платить за километраж. И это будет действительно такой революционный продукт на рынке, где можно будет купить КАСКО 6 тысяч километров, КАСКО на 15 тысяч километров, на 10. MobiKey позволит экономить на КАСКО до 70%. Кроме того, он откроет доступ к финансовым услугам и упростит процесс перепродажи машины на платформе Yuka. Первыми попробовать сервис могут владельцы моделей Creta и Solaris с предустановленными телематическими модулями, который станет доступен уже в июне.